потому что уже не раз мне писали, куда я пропала. Ну, куда я пропала? Я никуда не пропала. Растем, растем, что уж делать, не высыпаемся. Вот так вот. Как дела? Естественно, вы спросите, как же у нас дела? Потихоньку. Не будем о плохом, а будем о хорошем. И сегодня мне пришла посылка, мне прислали на обзор от фирмы Мэпси. Кто-то, может, знает, потому что у кого-то... Наверное, это довольно-таки новая компания. В общем, мне у этой фирмы понравились подгузники. И, в принципе, у них нормальная ценовая политика. Устраивает меня тоже до 1000 рублей. Я вот покупала М-ку, по-моему. Мы покупали. Сейчас нам М-ка уже маленькая. И, наверное, буду покупать Эльку, потому что... Вот. И, в общем-то, я буду покупать эти подгузники, они меня устраивают. И сейчас вот покажу вам, что прислали, потому что только курьер доставил. От кого? Russian Post, EMS. Вместе с вами посмотрю. Давайте. Такой пакет мне прислали, чему я очень рада. Чему я очень рада. Вот так вот все классно-классно достаем. Блин, так интересно. Вот смотрите, они впитывающие пеленки. Но вот впитывающие пеленки я не видела ни в одном магазине. Ни в одном магазине я не видела. Поэтому я очень не хочу попробовать. Приятный такой вот голубенький цвет. Мне очень нравятся нежные эти тона. Розовые, фиолетовые. Ну, мне нравится просто. Сами на памперсах тоже такие же рисунки. Сейчас откроем пеленки, посмотрим. В общем, вот так вот у нас здесь все. Обалдеть, неужели это делает Москва? Так приятно, если это делает Россия. Пеленки размер 60 на 60. Не вижу никаких комков, потому что бывают комки такие, когда бюджетные покупаешь. А здесь рисунка нет, все просто белое, стерильное, скажем так. И можно брать в поликлинику. В общем, хорошо. Ну, я действительно, может быть, я как-то не обращала внимания, но в нашем городе я не видела эти пеленки от этой фирмы. Следующее — кондиционер ополаскиватель для детского белья 0+, тоже от фирмы Мэпси. Baby Care. Классно будем пробовать. 3 года с даты изготовления. Самое главное, что он пишет, что безопасен для детей с 0+. Тоже немаловажно. Следующее у нас что-то тут. Конечно же, идет гель для стирки. Я так понимаю, что это идет как порошок, да, гель? Легко выполаскивается. Это самое главное, потому что как не купишь, так постоянно, очень часто потом этот гель остается на одежде стиранной. Так что вот так вот. По 1 литру каждая, так что нам теперь хватит надолго. Еще от этой фирмы я постоянно, практически постоянно покупаю влажные салфетки. Тоже, ну, меня вполне устраивает. Так, вот они, эти подгузники. Размер L от 9 до 16. Мы сейчас где-то вот 9,5, может быть, 10 весим. Вот. А, это подгузники-трусики. Подгузники-трусики мы ни разу не пробовали. Не пробовали. Такая фигня. Поэтому сейчас мы будем их пробовать и будем понимать, иметь там с ними дело или не иметь. Классно. Как интересно они выглядят. Если честно, я в руках вообще в первый раз держу подгузники-трусики. Видите, здесь есть индикатор, то есть пописано, будет темнеть. Вот они с таким рисунком. Здесь нарисовано коала вроде, фронт. Липучка, видимо, да, чтобы собирать потом и выкидывать. Надеюсь, что они нам не будут малы, что они такие туговатые. Я так понимаю, их нужно растянуть. Ножки задрала, дело прикольно, все что только не придумают. Спасибо огромное компании, поэтому мы пользовались этими подгузниками.
будем пользоваться, будем покупать. Памперсы это точно. Я вот буквально собиралась тоже идти в магазин. У нас есть такой магазин, как Карапуз, идти туда и за подгузниками Мэпси. Так что вот так вот. Сейчас сделаю фотографию в Инстаграм. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм, вот, чтобы мне там не было скучно, чтобы было интересно. Там тоже можно пообщаться. Вот, в общем, я налила один колпачок. Это если слабые загрязнения, там полтора. И, в общем, два колпачка на сильные загрязнения. В общем, я закинула вот белье, там еще новые вещи, сынульки. Постираем, посмотрим. Так, ну и заодно еще кушать готовлю. Вот, как обычно. Не, в смысле, не как обычно, на самом деле, давно мы не готовили. Сегодня у нас 3 мая. И уже где-то... Когда последний раз мы готовили? Даже не помню. Ну, когда последний раз, господи? Ну, может быть... на Пасху, 16 апреля, последний раз мы курицу делали в духовке. Магнитики наши. Это с Египта. У меня видео на канале есть отдельное про... Что я привезла с Египта. Видите? Красота какая. Очень классный магнит, кстати. Это мы в Калининград мы ездили. Мы сначала съездили в Калининград. Светлогорск тоже в Калининградской области находится. Балтийское море. А потом поехали в Египет на свадебное путешествие. Нас отправили родители наши с мужной стороны. Вот, Кисловодск. Ну, здесь рядом с нами 4 часа езды. От Ставрополя Черное море, это с Кабардинки, это тоже с Египта. Вот красота такая. Вот они, фараоны. Скоробей, жучок скоробей. С Кёнигсберга, это Калининград. Красивый, но малыш, боюсь, что упадет. Это, кстати, упало это в том году. Мы ездили, упало. Тут был ракушки и песок. Но она сама не разбилась, но все посыпалось вот на холодильник вот туда. А Брау-Дюрсо я там не была, просто мне эти бутылочки понравились, я в Анапе купила. Это тоже с Калининграда, правда, здесь надо написать Калининград, чтобы понятно было, откуда привезен. Ну, вот это тоже на всех морях продается этот корабль. И тоже такая вот красота с Египта. Блин, моя мечта поменять холодильник. Это неинтересные магниты. Но холодильники, зараза, такие дорогие. Так, по поводу кондиционера, буду ли я его лить, я подумаю еще. Ну, наверное, налью, потому что я хочу протестировать продукцию, чтобы понять, остается она на одежде или нет. Если не будет оставаться, то вообще будет золото просто. Ну, что у нас? У нас сегодня было 25 градусов, сейчас уже понизилось на 5 градусов 20. За цветами мне ухаживать совсем нет времени. Вот у нас все гортензия, герань сухая. Все, кот все это вечно переворачивает. Так, так вот, блин. Значит, что хотела показать. Муж принес. Точнее, свекровь передала. Тибукор. Название тербинофин. Знакомое, но я ничего не знаю о нем. Только вот то, что знакомо. Это, в общем, противогрибковое, да, то есть запаха пота на ногах. Это может, а не нет. Так, мой любимый кислородный, легендарный кислорода бальзам в новой упаковке. В такой упаковке я еще его не видела. Тем, кто просто не знает, не сфокусируется, говорится, и не узнает. Короче, хорошо, что не будешь фокус брать. Подсвечивает. В общем, она знает, что мне нравится именно этот бальзам. Они его сделали. Вот это вот стало острое, как он под металл. Крышка все так же осталась. Не запечатан первый вариант. Ну, в общем, когда в коробочках идет... Стимулирует синтез коллагена и эластина. Ее можно носить под маску и под крем. И влажные салфетки она передала с антибактериальным компонентом. Хорошо, что я почитала, что их нельзя тело вытирать.
Все, такой вот приход, пополнение. Кстати, фанту покупали, что вот на природу выезжали, я вам видео вначале, да, скидывала. Ездили мы позавчера, я решила попробовать цитрус, мне не понравилось, скажу честно. И потом мне не понравилось спрайт, по-моему, огурец тоже не понравился, в общем. Не приняла я новинки. Вот эти вот все баночки, которые стоят, это свекровь передает всякую вкусняшку. И это вот надо будет ей отдать. Видно, потому что солнце падает прям. Солнышко, благодать, классно. Ветер, правда, но на Ставрополе часто ветра. Поэтому город как бы на горе, да, считается. И... У меня что, в Октаву ветер был? Там с моря прям, да, получается, на берегу моря, Каспийское море. Просто здесь, блин, приехала. Невозможно, не причесан, ничего сделать. Волосы дыбом сразу становятся. Так, как вы увидели, коляска Adam X. Вот так она выглядит. Правда, она сейчас грязная. Эко-кожа. Очень мягкая, думала, она будет погрубее. Оказалось, что такая нежная, не такой поцарапанная. Adam X Barletta. С овечками прикольные. Ну что, ушел человек по сбору прихожей нашей новой. Но, как всегда, не оказалось болтов. И вот, получается, вот здесь не собраны полочки. Поэтому мы покажем, я покажу результат чуть попозже. Вот. Так, роллы-роллы. Бар имбирь называется. Все у нас в этом наборе шло. Херню вот это точно я не буду есть. Вот это вообще опасно. Наверное, вообще не надо есть, да, наверное. Соевые эти. Какие-то... Журнал такой положили, кстати, интересный, да? Ты, наверное, будешь листать. Ну, да. Меню. Меню. И вот. Это все, это, ну, я уже цену показывала. Здесь, наверное, палочки. И вот они... По сколько? По 12 штук, да, они делают? Правильно? А, да по 2 порции ты взял. Да, каждых по 2. Порция 6 штук, да? Ну да. Ну как я фоткаю. Вот. А кто со сугрём? Вот эти угорь. Слушай, а если оно сырое, смотри. Вот это тунец, вот это угорь, лосось и огурец. А. Сейчас я вам покажу, что купила. Ну, из детского, в общем, взяла вот такую вот игрушку. Это в ванну купаться. А, ну, тут, в общем, я вам ничего не назову, ни фирму, ничего. В общем, ну, наверное, Китай делает. В общем, должно быть примерно вот так вот. Он на батарейках. Вот от него упаковка. А, было приклеено, как видите. Так, это я не знаю чего. Это, походу, верхушка. Да, это верхушка. Посмотрите, как она была в упаковке, в ужасном состоянии.
Я не знаю, чем это облито. То ли так и должно быть. Мне кажется, вряд ли. Кнопка. Батарейки маленькие. Почему он так облит? Это просто что-то с чем-то. Страшно. Страшно, конечно. В общем, вот так вот упаковки. Дальше вот у меня пакет. Ёршик взяла вот такой. Совершенно обычный. От фирмы Бусинка. Две штуки, маленькая.